В дни Хануки состоялось открытие полномасштабного общинного центра объединения горских евреев Москвы в районе Сокольники. Здание для центра выделило правительство Москвы по просьбе попечителей общины Года Нисанова, Зараха Илиева и благотворительного фонда Стемеги. В центре действует синагога, библиотека, банкетный зал, учебные классы. Центр в Сокольниках стал первым подобным в России. Здесь будут действовать образовательные программы, отмечаться еврейские праздники, изучаться мудрость священных текстов. Президент Международного фонда Стемеги Герман Захарьяев подчеркнул, что центр создан для всех, для евреев и неевреев. Здесь каждый может найти что-то полезное для себя. Торжественное открытие началось с разрезания красной ленточки. Это почетное право было представлено меценатом центра Году Нисанову Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву. Затем Год Нисанов укрепил входной двери мезузу. Поздравить новоселов приехали духовные лидеры, видные политические и общественные деятели. Почетные гости и многочисленные представители еврейской общины, собравшиеся на праздник, обошли все помещения и выразили свое восхищение центром. Затем гостей мероприятия ожидала праздничная программа и презентационный фильм о горских евреях. Вечер завершился ярким концертом известных горско-еврейских исполнителей.